Здравствуйте. Дисциплина охрана труда. Тема номер 5. Климат в производственных помещениях и на рабочих местах. И сегодня мы рассмотрим два вопроса. Первый вопрос. Защита от неблагоприятных метеорологических условий воздушной среды. И второй вопрос, который мы рассмотрим сегодня. Загрязнение воздушной среды и способы поддержания ее в нормируемых пределах. Микроклимат в производственном помещении определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей. Это все указано в ГОСТах от 1988 года регистрации. Состав атмосферного воздуха. В состав входит азот. Как вам известно, он составляет 78,08%, кислород 20,95%, углекислый газ 0,03%, аргон и другие газы, оставшиеся 0,94%. Кислород необходим для поддержания жизнедеятельности человека. При дыхании поступающая в легкие венозная кровь освобождается от углекислоты и обогащается кислородом. В процессе движения по телу кровь отдает тканям кислород и отбирает образовавшуюся в них углекислоту. Газообмен происходит нормально при давлении, близких к атмосферному. Азот – газ физиологически безвредный. Углекислый газ – слабый ядовит, но опасен тем, что, замещая кислород, уменьшает его содержание в воздушной среде. Небольшие отклонения в содержании указанных газов и в первую очередь уменьшение концентрации кислорода и увеличение содержания углекислоты снижает работоспособность, а при значительных отклонениях от нормы атмосфера становится опасной для жизни человека. Самочувствие работающего в значительной мере зависит и от температурного режима. При повышении температуры окружающего воздуха свыше 22 градусов Цельсия человек быстро утомляется, снижается его трудоспособность, расслабляется организм, усиливается потовыделение. В связи с этим санитарные нормы устанавливают допустимую температуру производственного помещения. Она не должна быть не ниже 13 градусов Цельсия. Классов, кабинетов, лабораторий, учебных заведений – в пределах 16-20 градусов Цельсия и гимнастических залов, вестибюлей, коридоров в пределах 14-16 градусов Цельсия. На самочувствие человека оказывает влияние и влажность воздуха. Относительная влажность воздуха представляет собой отношение фактического количества паров воды в воздухе при данной температуре количеству водяного пара, насыщающего воздух при той же температуре. То есть, если определить это в виде формулы, то φ, это есть относительная влажность воздуха, равна отношению d к d нулевому и умножена на 100%. По санитарным нормам допустимая влажность в учебных помещениях должна быть 40-60%. В теплое время года возможно ее увеличение до 75 градусов Цельсия. Немаловажно для самочувствия человека движение окружающего воздуха. Санитарными нормами определен и этот параметр. Средние скорости движения воздуха в производственных и учебных заведениях должны составлять в пределах 0,2 и 0,5 мм в секунду в холодное и переходное время года. И в пределах 0,5 и 1,5 метра в секунду в теплое время года. Ощущать воздушные потоки человек начинает со скорости воздуха при 0,15 метра в секунду. Итак, рассмотрим таблицу 5.1, где даны допустимые сочетания этих параметров для рабочей зоны. Итак, смотрите. Соотношение между оптимальными и допустимыми параметрами воздуха в рабочей зоне производства помещений в холодный переходный период года.
Оно установлено ГОСТом, который называется «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования». Итак, перед вами дается наименование и категории работ. На прошлых занятиях мы рассматривали категории у нас три. Легкая – это первая категория. Средней тяжести они подразделяются на 2А, 2Б и тяжелая – третья. Температура, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха. Ну и последнее создается температура воздуха вне постоянных рабочих мест. В градусах Цельсия дается. Итак, посмотрите, каждый параметр делится на 2. Это оптимально допустимая, оптимальная температура и допустимая температура. И посмотрите, допустим, при легкой работе оптимальная температура 20-23, допустимая 19-25. Относительная, здесь практически везде одинаково, посмотрите. 60-40 оптимальная, допустимая 75. Это означает при уже теплое время года. Скорость движения воздуха, изменения немного есть. Оптимально 0,2, допустимо 0,2. А температура воздуха вне постоянных рабочих мест допустимая 15-26 градусов Цельсия. Ну, также и категория номер 2А. Температура оптимальная 18-20, допустимая 17-23. Влажность одинаковая. Скорость движения 0,2, оптимальная, допустимая 0,3. Ну и температура вне постоянных рабочих мест в пределах 13-24. Категория работ средней тяжести, категория 2Б. Температура оптимальная 17-19. Допустимая 15-21, относительная влажность остается постоянная для всех случаев, 60-40 оптимально, допустимо 75, скорость движения воздуха здесь уже есть немного разница, оптимально 0,3, допустимая 0,4 движение воздушного потока. Температура воздуха вне постоянных рабочих мест в пределах 13-24. Тяжелые вид работы, это категория третья. Температура здесь, как вы заметили, намного ниже, чем при легкой работе. 16-18. Допустимое 13-19. Тяжелый вид работы, это связано, как мы уже говорили, с большими физическими работами. Относительная влажность воздуха также остается постоянная. Так же, как и при легкой, средней тяжести. Скорость движения воздуха оптимальная 0,3, допустимая 0,5. Ну и температура вне рабочих мест в пределах 12 и 19 градусов Цельсия. Повышенная влажность воздуха затрудняет теплообмен между организмом человека и окружающей средой, так как не испаряется пот, а низкая влажность вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. Движение воздуха улучшает теплообмен между телом человека и окружающей средой, но излишняя подвижность, сквозняки, это может быть ветер, создает опасность простудных заболеваний. Систематическое отклонение от нормального метеорологического режима приводит к хроническим простудным заболеваниям, хроническим заболеваниям суставов, ну и так далее, других болезней. Основные вредные производственные факторы при контакте с организмом человека – это пары, газы, жидкости, аэрозоли, химические соединения, смеси, которые могут вызывать изменение состояния здоровья или заболевания. Загрязнение воздушной среды и способы поддержания ее в нормируемых пределах. Это наш второй вопрос сегодняшнего урока.
Среди загрязнений воздушной среды встречаются как ядовитые, так и неядовитые вещества. Ядовитые вещества нарушают нормальную жизнедеятельность организма, приводят к временным и хроническим патологическим изменениям его. Работа с такими веществами, учащимися, запрещена. Однако и неядовитые вещества при длительном воздействии и особенно при больших концентрациях могут стать причиной различных заболеваний, например, кожных, болезней легких, ну и так далее. О степени и характере нарушения нормальной работы организма, вызываемых веществом, зависит от пути попадания его в организм, дозы, времени воздействия, концентрации вещества, растворимости, состояния организма в целом, атмосферного давления, температуры и, конечно, состава загрязнений. Отравления могут возникнуть внезапно при попадании в организм большого количества вещества. Такие отравления называют острыми и расследуют их как случай производства травматизма. И могут развиваться в организме в течение длительного времени. А такие отравления называют профессиональными. Вредные вещества попадают в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожный покров. Токсическое действие вещества может вызываться и не самим веществом, а продуктами его преобразования в организме. Высокая концентрация ядовитых веществ содержится в выхлопных газах автомобиля и трактора при неполном сгорании топлива в различных печах и топках, образуется при использовании ядохимикатов и разбрызгивании пылевидных удобрений. Газы, пары и пыль могут накапливаться в количествах, оказывающих вредное воздействие на человека, в мастерских, животноводческих помещениях, в гаражах. Проникновение ядовитых газов в организм усиливается при повышенных температурах воздуха. В этих случаях расширяются кровеносные сосуды, усиливается потоотделение, учащается дыхание, что ускоряет проникновение яда в организм. Кроме того, высокая температура влияет на скорость испарения вещества. Ну и к ядовитым газовым примесям атмосферный воздух относится оксид углерода, двухвалентный или угарный газ, еще называемый, сероводород, аммиак, выхлопные газы автомобилей и тракторов, ну и другие. Но мы рассмотрим основные, первые три газа. Оксид углерода, СО, обозначает химические формулы, образующийся при неполном сгорании топлива, при преждевременном закрытии печной задвижки, опасен тем, что он соединяется с гемоглобином крови 250-300 раз быстрее кислорода. Кровь, насыщенная оксидом углерода, перестает усваивать кислород, человек погибает от его недостатка. Слабые признаки отравления появляются уже при пребывании в течение нескольких часов в атмосфере, содержащей 0,16% по объему угарного газа. При содержании угарного газа в 10 раз больше этой величины отравление наступает через час. А концентрация, равная 0,4%, смертельно опасна даже при кратковременном пребывании. Следующий газ – это сероводород, не менее опасен. H2S вызывает нарушение внутритканевого дыхания. Ткани перестают усваивать кислород. При вдыхании воздуха с содержанием сероводорода более 0,06-0,07% возникает уже отек легких. При содержании более 0,08% человек теряет сознание и может наступить смерть от паралича дыхания.
Прямая концентрация. Это 0,02%. Уже через 10-15 минут появляется жгучая боль слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Следующий газ – это аммиак. NH3. Обладает характерным запахом. Также вызывает сильное раздражение слизистых оболочек верхних путей глаз и глаз. Но выхлопные газы двигателей опасны из-за присутствия в них больших концентраций угарного газа в смеси с другими ядовитыми компонентами. Помимо газа, в воздухе могут содержаться мельчайшие частицы твердого или жидкого вещества, или их называют аэрозоль, размерами от 1 до тысячных доли миллиметра. Это пыль. Загрязнение воздуха пыли ухудшает санитарно-гигиенические условия. Такой воздух может стать причиной ряда болезней. По действию на организм человека пыль разделяют на ядовитую, сюда относятся свинцовая, ртутно-мышьяковистая, и неядовитую. Это у нас угольная, известняковая, древесная. Ядовитая пыль, попадая в организм или оседая на коже, может вызывать острое отравление или хроническое заболевание. Другим фактором, определяющим опасность пыли для человека, является ее концентрация. Массовое содержание частиц в единице объема воздуха. Миллиграмм на метр кубический. Единица измерения. Естественно, что масса вдыхаемой пыли, вызывающей заболевание, при всех равных условиях зависит от интенсивности дыхания человека, от видов выполняемой работы, то человек насколько быстро вдыхает воздух. Например, человек в неподвижном состоянии потребляет воздуха 10-12 литров в минуту, а при интенсивном физическом труде 50-70 литров в минуту. Следовательно, человек, выполняющий тяжелую физическую работу в запыленной атмосфере, быстро подвергается заболеванию. Классификация вредных веществ и требований, общие требования безопасности введены государственным стандартом, который распространяется на вредные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, отходах производства и устанавливает общие требования при их производстве, применении и хранении. По этому государственному стандарту все вредные вещества по степени воздействия на организм подразделяют на 4 класса опасности. Первый – это чрезвычайно опасные. Второе – высокоопасное, третье – умеренно опасное, четвертое – малоопасное вещество. Опасность устанавливается в зависимости от величины предельно допустимой концентрации, среднесмертельной дозы и зоны острого или хронического действия. Для воздуха рабочей зоны производственных помещений устанавливается предельно допустимой концентрации, или сокращенно ПДК. Вредных веществ и аэрозолей, представляющих собой массу вредного вещества, содержащегося в 1 мм кубический воздуха. ПДК – это концентрации, которые при ежедневной работе, а это не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызовут заболевания или отклонения в состоянии здоровья. Мы дальше рассмотрим таблицу 5.2. При одновременном присутствии нескольких вредных веществ, обладающих однонаправленным действием, сумма отношений фактической концентрации каждого вещества, то есть мы определяем концентрацию S1, S2 и так далее, в воздухе помещений их к ПДК, то есть ПДК 1, 2, 3 и так далее, не должны превышать единицы, как вам она представлена в формуле. Таблица 5.2. Посмотрите. Предельно допустимой концентрации веществ. Здесь мы только можем рассмотреть некоторые вещества. Я представила те вещества, которые очень часто встречаются у нас в жизни. Допустим, вот часто вы встречаете ацетон. Смотрите, предельно допустимая концентрация ацетона 200 мг на метр кубический.
класс опасности 4. То есть четвертый класс опасности – это у нас малоопасные вещества. Так, также здесь вы можете просмотреть эти таблицы, представленные. Здесь обратите внимание на следующее – свинец. Очень опасное вещество. ПДК, предельно допустимая концентрация, посмотрите, 0,01. Класс опасности 1, то есть это чрезвычайно опасные. Ну и в завершении нашего занятия прошу ответить на следующие вопросы для самопроверки. На этом у нас урок закончен. До свидания.